В минувшие выходные в городском историческом музее состоялось открытие сразу двух выставок. На суд зрителей представили живописные работы, а также оригинальные фотографии. Стены выставочного зала пестрят яркими и сочными красками. Здесь представлено разнообразие живописных работ. Это и красивые пейзажи, натюрморты, портреты, интересные графические работы, картины с цветами. Очень много работ посвящены осенней тематике. В выставке приняли участие 26 художников не только из Асбеста, но и из поселков Малышево, Рефтинский и Белокаменный. Художники представили на суд зрителей около сотни своих лучших работ. Вот эти выставки городские, они всегда более яркие и такие позитивные. Всегда очень тепло встречаются посетителями музея, потому что дело в том, что здесь участвуют не только художники, которые недавно начали писать, это художники-любители, но вместе с тем здесь принимают участие наши знаменитые мэтры, такие как Евгений Лоскутов, Людмила Дмитриева, Михаил Шрилев, Юрий Кислов, Владимир Голомозин. И эта выставка всегда вызывает такие положительные эмоции. А это уже вестибюль музея. Здесь расположилась еще одна выставка фотографий. Автор всех этих работ – Дмитрий Лоскутов. Для мужчины выставка стала дебютом. Дмитрий любит фотографировать собак, а также делать постановочные кадры. Поэтому на выставке мужчина в основном представил динамичные кадры с собаками, а также интересные портретные фотографии. Выставки будут работать в городском историческом музее до конца января 2019 года. Приглашаем всех желающих. Анастасия Сметанина, Владимир Денисов, новости АТВ.